Алексей Романов. Добрый день, дамы и господа, с вами Никита Говор, бренд номер один по производству видео Party Vision. Мы находимся в клубе Лондон, сегодня 27.07.07 плюс 7 число, все очень просто. Сегодня у моего друга, у нашего диджея, у нашего ведущего, просто DMC Романов или Сашка Купидон, день рождения, 20 лет. Это юбилей, сегодня здесь все его друзья, все его близкие, и сейчас мы пойдем поздравлять его. Поехали! Клуб Лондон, Никита Говор, Party Vision. Вот, у него сегодня 20 лет. Это он занят, он работает сегодня, но как бы мы все-таки пришли именно к нему, и мы его поздравляем. Дорогой мой, скажи, как твои 20 лет прилетели? Блин, на самом деле классно, я познакомился с очень классными людьми. Это Party Vision, это Туса, The Real Busters, The Moscow Family, Клуб Лондон. Всем спасибо большое, тебе особенно. Выстраданы вместе с тобой день рождения. Не знаю. Это все шутки. На самом деле, спасибо тебе. Ты тот человек, который всех собрал, тот человек, который поднимает настроение. Тот человек, который ведущий, который диджей, который Купидон, который при этом еще и друг. Все очень просто. DMC Романов, с тебя сегодня хватит, мы пойдем к твоим друзьям. Хорошо, спасибо. А ты работай. Спасибо. Ты работай. Три вещи, которые ты любишь, Саша. Самое главное – доброта, на самом деле. Молодой, очень амбициозный. За харизму, за его рост и за то, что он брюнет. Он добрый, милый и общительный. Он заботливый, он безумно веселый и добрый человек. И я его просто люблю, потому что он есть. Он очень взаимный человек и он зеркально ко всем относится. То есть, как ты к нему с добром, он тебе вдвойне с добром вернет. Я это очень уважаю, на самом деле, Саша, серьезно, прям, я не знаю, он всегда улыбается, всегда на позитиве, у него нет такого момента, да, вот когда он показывает, что он грустит, ну все, да, люди как грустят, но он этого никогда не показывает, он всегда под речком, то есть это самое главное в человеке, это вот, это в характере, это хорошо слишком. Это безумная его доброта душевная. Второе качество, он очень верный друг, он всегда поможет в беде. И третье качество, это то, что мы с ним уже очень давно знакомы, и мы доверяем друг другу полностью. Вопрос номер 2. Три вещи, которые нужно подтянуть, Саня. Я думаю, что у него нету плохих качеств. Будь немного по сдержаннее, это раз. Кажется, он чересчур правильный. А второе, не гонись за кем-то, будь самим собой. Он носит бороду периодически, это ужасно, я ненавижу это, Романов. Кто у него блок, у него все заебись, не спрашивай, что у человека блок, у него все заебись. Спрашивай. Вот я тебя поздравляю вот чисто от души, серьезно. Саша, я безумно тебя люблю, ты моя лучшая подружка, безумно добрый и замечательный человек. И оставайся таким, добейся всего того, чего ты желал. Я знаю, у тебя все получится, я с тобой, я люблю тебя. Ну что же, Санечка, я хочу поздравить тебя с твоим днем. Это твой юбилей, это 20 лет, это серьезная дата. Я хочу пожелать тебе в первую очередь здоровья, любви безумной до гроба. Ну и чтобы ты оставался всегда таким же хорошим, добрым человеком, каким ты являешься. С днем рождения, малыш! Оставайся таким же веселым, позитивным, мы тебя любим. Пока! Ура!
Эти звезды спим серебраном, эти звезды дую. Вот такая вот штука. Все это Динси Романов, все это клуб Лондон. Ну что, давай, загадывай желание. Тебе. В общем-то, я считаю, что вечеринка удалась. Правда, она еще не удалась, она еще в разгаре. Еще до утра. Скажи пока, вот что у тебя в голове. Какие вопросы задавал, я тебе не расскажу, потом посмотришь. И скажи, вот что через 20 лет ты думаешь будет с тобой? Давай, Гарри, все, расскажи свои эмоции, на. Честно, я не знаю, что будет через 20 лет, но вот за эти 20 лет произошло очень много. И эти 20 лет разменял тридцатник уже, да? Вот. Красавчик. Спасибо всем большое, команде клуба «Лондон», всем руководству клуба «Лондон», Party Vision, всей команде Party Vision, да. Мирон, Никита, всем спасибо, всем моим друзьям, которые сегодня пришли, всем оператору, себе тоже скажу спасибо, потому что я работаю в свой день рождения, я работаю, чтобы вы отдыхали. Ладно. Спасибо большое, это клуб «Лондон», это Демиси Романов, это Party Vision. Бренд номер один по производству, да, видео. Да. Спасибо вам, будет очень круто, и мы только начинаем. Братка. Спасибо.